Вопрос век. Жопа тигра или коня? Парачику пусики. Моя главная миссия в этой жизни — убивать. Здесь так красиво. Это было. Новое что-то надо. Новенькое. Какую песню мне спеть в следующий раз? Интересно. Куда все разбежались, а? Алло! Зайцы. Зайцы. Ну, почему вы такие быстрые, а? Заяц. Ну-ка, иди сюда. Как? А мы это с тобой уже проходили примерно 3 раза, ничего? Чё тебе смешно? Чё? Я играю! Опять... Ты, наверное, забыла, да, то, что у меня здесь всегда камера включена, да? И я всегда вижу то, что ты здесь играешь. Опять ты включила комп, опять ты зашла в Майнкрафт, и опять ты играешь, да? Опять я играю. Опять играю, да? Тогда я посмотрю, что ты здесь наиграла за это все время, хорошо? Нет. В смысле, нет? Нельзя. Это мой комп! Нет. Давай ты сгоняешь на кухню за тумбуреткой, потому что... А, ну ты мне стул-то не сделал. Потому что ты стул еще себе не собрал. Ты мне стул не сделал. Стул она себе не собрала. Он мне не сделал стул. Вот мой стул, а ее не знаю где. Потому что не умею я его собирать. Потому... Он должен собрать. Почему, если это твой стул? Иди тумбуретку ищи, а я пока посмотрю, что здесь она наиграла. Пока Кати нет, подпишись, пожалуйста, на канал и поставь лайкусик. Если мы прямо сейчас наберем 25 тысяч лайков, я обещаю, то, что выйдет новая серия с Катей. Пока она не пришла, то она что-то мутит, какую-то хрень. Я просто просил лайки поставить, Лайки же надо ставить, Ай, стукнулся. Лайки же надо ставить. Лайки надо ставить, а вот тебе играть здесь не надо! Чё, нельзя? Подожди, мать! Тихо. Все, ты закончила? Что это? Можешь начинать оправдываться. Подожди, не трогай мою мышку! Ты уже ее натрогала! Что это? Что это? Что это? Что это? Ну, с твоего позволения, если ты, конечно, не против, мать, я посмотрю, что против. Там. Я посмотрю, что там. Против. Я посмотрю, против. Что. Я посмотрю, что находится в этом доме, хорошо, если ты все же не против. Против. А я зашел, я видел то, что ты тут бедных зверюшек мучила, зайцев убивала, за оцелотами гонялась. Ну, хорошо. Это ты опять, да, настрой. Раз, два, три. Так, 12 алмазов. А, то есть ты хочешь сказать, что ты алмазы добыла себе, да? Вообще-то это яйца страуса. Это алмазы это вообще. Яйца страуса. Откуда алмазы, скажи? Смотрите, как беспонтово она отмазывается. Где ты алмазы добыла? Где? Накопала, да, наверное? Да, накопала. В шахту гоняла, ага. А ты знаешь, что у тебя... Каменная кирка, которую даже алмазы добывать не может. Как ты тогда добыла вот эти 12 алмазов? Обычно. Как? Обычно взяла и сама руками копала. Ага. Руками. Иди, иди. Сюда не пройдешь. Здесь кнопка, которую я могу открыть. Дальше ты не пройдешь. Я пройду. Я уже много в своей жизни ловушек напроходил. Кровь. Кровь. Ну, чья ты это молодец, кровь? Ты угадал. Чья это кровь? Давай не надо себе вести, как какой-то бабуин в природах. Что это такое? Если ты знаешь, как ведут себя бабуины в природах, пиши в комментариях. Вот как себя ведут бабуины в природах. Так, что? Нет, я не знаю, накопала. Ну, вот реальный бабуин в природах. Откуда алмазы, ты мне можешь сказать, мать? Так, ты мне говоришь то, что я не пройду, да? Так, стекло не ломается, значит, да? Как же так? А, подожди, я вообще ничего сломать не могу. Как ты это сделал? То есть ты сама это все настроила, да? Ты знаешь такие команды, чтобы я даже ничего не мог ломать. Ты типа сидишь в очках. Ну, если ты сидишь в очках, я тоже очки надену. У меня тоже есть очки покруче, чем твои. Хоть это мои очки все же. Но окей. Мать ёпты. Здорово! Ну-ка, выключи. Выключил.
В смысле выключи? Ты думала и то, что я не замечу, да, эту? Давай. Опа. Ага. Пап! Пипунчик. Чё? Катя, открой сраную дверь уже! Опа! Как у нас говорится на стримах и видосах? Fuck you, bitch, соси кирпич. Фу, как неприлично. Ой, 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 да. Ты давай мне не заговаривай зубы. Чё это? Ничего там нет. Чё это? Чё за какашка тут? Да-ба-ба-ба-ба-ба-ба. Как пройти дальше? Как... Да успокойся. Как пройти дальше? Так, думала, я это не замечу? Катя, как всегда, здесь ни при чем. Ага, кнопочка. У тебя сырая рыба. Ты знал то, что рыбу жарить нужно? Зачем? Она даже в реальной жизни не жарит. Она просто закидывает мне на тарелку сырую рыбу и говорит, жри. Пик, пик и пик. Настроила здесь лабуду всякую, получается. Так, хорошечно, ну, хорошечно, хорошечно, хорошечно. Ты как бы не знаешь, что нужно дальше делать. Поэтому как бы... Я не знаю, что нужно дальше делать, да? Ну как бы я ничего не вообще... То есть я тебя учил вот этому правилу, да, нажимать на то, что выделяется, и ты делаешь, в принципе, то же самое, да? Я учусь. Ну ладно, ты учишься. То есть я тебя учу, а ты мне строишь карты и троллишь меня, да? Окей. Ага, то есть если ты мне дал топор, значит, по логике... По логике. Какой ты умный, какой а? Я умный? Так. Я не умный. А, ну это мы сейчас... Значит, я сюда уже добрался, значит, я не ну, умный. Хорошо. Хана сейчас. Мне сейчас хана, да? Да. Ну тут точно ты просил. Кать, какой пароль? 228 папиросим 69-69. Катя, я умираю. Какой пароль? Дата и месяц моего рождения. Когда? Как уж и быть. 14 февраля она родилась. Месяц февраль это 03-02-0. Да! Не правда! И он знает день рождения своей девушки! Помним, любим. Еще не, скорбим не хватает, да, как я понимаю? Не хватило дощечки. Не хватило. Кто умер, Кать? Кать, кто умер? Почему здесь гроб? Кать. Кто умер? Кто умер? Антошка. Подожди, мать. Цветок наш Антон. Когда он умер? Ну, у тебя спросить надо. То есть ты сейчас построила мне всю эту карту, чтобы просто в конце показать то, что Антон умер? В смысле умер? В смысле у меня спросить? Когда он умер? Тогда, когда я уехала. И его не поливала. В смысле я не поливал? Ребят, напишите, пожалуйста, в комментах, то, что я 300 раз записывал серию тогда, даже когда Катя уехала, где я поливал Антона. Он пропадал, его там перемещали хейтеры в ад, еще куда-то в другое измерение. Я его всегда находил и всегда его поливал. А сейчас ты мне говоришь то, что я за ним не уследил? Итог один. Так, может, это ты хреновая мать была? У меня вообще не было рядом с ним. Вот именно какая ты плохая мать. Ты обвиняешь меня в том, что я не поливал Антона, а тебя даже рядом не было. Ладно, все. Не плачь, пожалуйста. Ну, все. Кать, тихо. Я честно не знаю. Купим нового Антона. Кать. Ладно. Успокойся, пожалуйста. Поможешь мне? Конечно, помогу. Чем? Там осталось кое-что от Антона, вон там посмотри. Куда? В гробу? За гробом? Да. Ага. Рычаг от него остался? Нет, надо достать вещи его. Там горшочки, землю. Вещи Антона, да. Горшочки. Ага, и где там, они? Там, вот. То есть мне выходить, да, из нет, этой комнаты? Нет, поливалку там. Куда? Там внизу вещи Антона. Куда? Нашел.
Это? Да. Мне сюда рычаг ставить. Да, и там вещи будут. Всякие горшочки разноцветные там были, помнишь, у него горошек. У него только один горшок был. Да. Да. Даже не помнишь, какие вещи у твоего сына были. Вода там можно полить. Вот вода сына была. Нажимай. Памперсы Антона были. Ну, и что? Надо рычаг открыть, откроется шкаф с его вещами. Давай, быстрее. Нужно помочь мне их перенести в другую комнату. Окей. И чё? Ты хреновым отцом был! Я хреновым отцом был! Чё ты всё взорвала, Катя, мать твою? Ты, Антон. Ты его не понял. Как все сложно с вами, женщинами, с женской логикой. То есть ты меня заманила в эту ловушку, ты специально здесь сидела, играла, заманила в ловушку, чтобы взорвать всей чертовой матери, сказать то, что Антон умер, обвинить меня в этом, взорвать все свое подводное это убежище, чтобы я начал сейчас задыхаться, да, под водой. Антона и, и только для того, чтобы не отомстить? То, что я якобы не следил за Антоном? Кать, это цветок, мы купим новый цветок. Ребят, я, честно, дурдом какой-то, честное слово. Кать, мы купим новый цветок, честно. И будет у нас новый Антон. Это не конец жизни. Если первый умер, ну, значит, так суждено было этому случиться. Купим новый цветок, я тебе обещаю. И твой дом заново построим, который хейтеры взорвали. Не я, честно, это хейт. Вот здесь раньше был твой дом. Да я помню. Фиона, Шрек. Дом у моря. У болота. Дом у моря. Болото. 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 Somebody. Ладно. Кать, все будет хорошо. Все, ладно. Не печалься, хорошо, пожалуйста. Хорошо, все. Все я сказала. Да я молчу. А, то есть ты даже с моим скином, все, да? Все, успокойся. Ты даже скин свой не поставила, да? Ой, ладно, ребятки, дурдом, честно, я понимаю, мне тоже грустно по поводу Антона, но это цветок, мы возьмем новый цветок. Да, мы к нему уже привыкли, но ничего страшного. Вот давайте сделаем так, чтобы Катюха взяла наконец-то сиськи свои в руки, а если не возьмет, то я смогу их взять, но все же, ну, в том, чтобы просто крепиться, чтобы не печалиться, чтобы все было в жизни хорошо. Are you офигел там? Поставь лайкусик, чтобы Катюха не грустила. Подписывайся на канал, чтобы вышла новая серия выживания с нубиком, пардон, с профессионалом, извините, не бейте меня, пожалуйста, рот, спасибо большое всем за просмотр, всем удачи и всем пока. Ничего со мной не делай, пожалуйста, я... Тебе хана. В смысле хана? Всё, пока. Какие... В смысле хана? Кать! Поставь ножик! Кать!